Клуб «Активное долголетие», который начал работать в универсальном спорткомплексе Подмосковья, располагается на нескольких площадках. Почетным гостям, которых пригласили на торжественное открытие, показали, как играют щелковские пенсионеры в теннис, в шашки и шахматы, занимаются танцевальной аэробикой. Внимание к людям – это то, чем, наверное, сегодня должны заниматься и оказывать каждая администрация, муниципалитет. И думать о том, что когда-то мы тоже станем людьми старшего возраста. И чтобы мы не оставались в одиночестве в своей квартире, чтобы мы могли физически поддерживать свое здоровье, нам такие центры нужны. Помимо занятий физкультурой, здесь есть кабинет для просмотра кинофильмов, зона для чаепитий. И обязательное условие, которому здесь следует неукоснительно, медицинский осмотр и выдача разрешений на физкультурные занятия. Самое важное, конечно, это медицинское обслуживание, потому что все же, сколько бы мы ни говорили, главное, чтобы каждый человек, пришедший на эти занятия, получил одобрение врача, для того, чтобы, к сожалению, не было каких-нибудь сложных исходов. Не каждый может рассчитать свою подготовку, знаете, пойти на танцы и после этого, не дай бог, что-то произойдет. Поэтому в первую очередь я всех призываю сходить к врачу, проверить свое здоровье и после этого уже выбирать тот вид физической активности, который будет подходить. В УСК Подмосковья для пенсионеров созданы все условия. И не только для получения дозированных физических нагрузок, но и для занятий в компьютерных классах, да и просто для общения за чашкой чая. Такое чаепитие разделили с членами клуба «Активного долголетия» гости. У людей почтенного возраста однозначно настроение очень бодрое, чему совсем не вредно поучиться всем. Сейчас у нас великолепная группа здоровья, отличная группа здоровья. Нам очень нравится, здесь силы прибавляются, представляете? Губернаторская программа «Активное долголетие» в Щелкове действует с апреля прошлого года. Сейчас в городском округе в эту программу вовлечены более 1200 жителей. Открывшийся в УСК Подмосковья клуб «Активное долголетие» – это один из наиболее масштабных проектов, нацеленных на создание условий для здорового образа жизни людей пенсионного возраста. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.